Вот видите, опять. Все вырубилось. Все вырубилось. Выключилось, вырубилось. Ну вот. Покинул меня интернет. Фанта, ты еще здесь? Я. Что я? Быстрый старт. Людочка здесь. Здесь Урал. Уральск. Уральск. Все. Никита, Стас. Фантик. Фанта. Фантастика. Куда? Куда его поставить? Боже мой. Надо обратиться в Китай. Чтобы они придумали новые гаджеты. У меня этот скоро умрет. Мой держатель. Так, а что-то я тут забыла ввести. Вес свой. 105 килограммов забыла ввести. Ой, мне так рухнет телефон. Так, боюсь. Ах ты, ёлки-палки. Как же быть с тобой? Юленька, привет. Так, ну все, сегодня я точно много не буду, долго не буду. Много, долго не буду, долго не буду, много. Фу. Вот так хотя бы держись, а. Скотина. Что я сказала? Уже придумали держатели. Так у меня и есть держатель, просто он не держит. Фантофир. Ой, мне кажется, интернет не позволит. А у меня с утра жопа кач. В воскресенье буду до победного в зале. А у меня завтра съемочный день будет. Очень интересный. И меня покажут 2 секунды. Ой, меня покажут. А, я вторым локтем ударилась. О, смотрите, мой, на мой гаджет. Я его скрутила уже. Все. Отломила, скрутила. Все, стой тут. Поехали дальше. Будем выпрямлять гаджет. Кто занимается продажей китайской продукции? Меня не любят подписчики Яны. Фанта, тебя все очень любят. Ты просто всегда напрашиваешься на комплименты. Я такой бедный. Я такой толстый. Я такой залитый. У меня нет пресса, а сам хуй как сухарь обычно. Аж противно. Жрет мороженое, жрет сладкое и сухое вечно. Вот. Чем полезен степпер? Ну, чем он полезен? Ничем. Шучу. Тем же самым, чем и эллипс, например. Или дорожка. Степпер я, знаете, чем люблю? То, что можно прорабатывать низ ягодиц. Очень хорошо. Можно прорабатывать квадрицепсы. И на степпере можно качать икры. Даже. А давайте вот так походим. Знаете, как смешно. Приходишь иногда. Видишь, как многие так и занимаются. Кардио не делают. Я занимаюсь Китаем. Фанта, подари мне гаджет. Гаджет новый. Телефон не держит. Волосы выпадают. Что за трэш?
Тогда иду на стер. Идите, идите. Разгоняемся. 6, 7. Уровень 7. Пошел. Пошла. Быстрее. Разгон. Яна, ответьте, какой рацион? Фанта, ответь за меня, пожалуйста. Будь моим секретарем, напиши. Мой рацион, напиши, пожалуйста. Хорошо, ждем ответ. Давай, давай, печатай быстрее. Сделаем. Да давай. Не-не, ты напиши мой рацион. Ой, спрашивай. Ответь моим дорогим подписчикам. Какой у меня рацион? Опа, опа. Ой, чуть не упали. Держитесь. Эллипс, у меня эллипс. Как полет? Полет нормально. Нагрузка уже 5,5 G. Или как там? G, в космосе. Я про гаджет, а я про ответ. Напиши мне. Ладно, Фан. Быстрее самой ответить. Рацион прост. Так, так, так. Ну-ну. Очень интересно. Стоит ли заниматься, если болеешь? Нет. Не ест ничего. Фанта врет. Ой, как всегда. Ой, я вас поймала. Значит, зал еще развивает хорошую реакцию. Ускоряемся. Ускоряемся. Давай, бери жопа. Объемы тела подскажите. Объемы тела. Какую часть тела вам хочется знать конкретно? Можно ли один раз в неделю тяжелые на ягодицы, а второй многоповторку? Можно все. Абсолютно все можно. Я вам разрешаю все, лишь бы только делали. Тебе очень идет новый цвет волос. Спасибо. Спасибо. Черт, у меня вода закончилась. Принесите мне водички кто-нибудь. Лен, какой у тебя? Как у тебя с растяжкой? Нормально после тренажерного зала? Ну, я же хожу не шпагатами. Ну, нормально абсолютно. Давно позволяла себе вредное. Да, давно. Все, грудь, талия, попа. На соревнованиях. Что за вопрос был, не помню. Рацион это секрет? Нет, это не секрет, нет. Ну какой мой рацион? Да список-то огромный. Курица, яйца, рыба. Рыба белая, белая рыба, красная. Гречка, макароны, картошка. Капуста цветная, капуста брокколи. Капуста там белокочанная. Морковка. Зелень. Креветки. Орехи. Льняное масло. Оливковое масло. Подсолнечное масло. Льняные семечки. Так. Я после тренажерки не могу растягиваться. Все болит. Занимаюсь часто. А зачем ты после тренажерки растягиваешься? Не нужно этого делать. Сколько лет в зале? 12 лет хожу. Ты плаваешь? Я офигенно плаваю. Я рыба в воде. Да. Сколько времени на дорожке ходишь? Ну, сейчас 9 минут. Сегодня, наверное, 20 минут. Похожу и все. Только не садись в телефон, пожалуйста. Яна, что будешь есть сегодня после тренировки? У меня, кстати, это уже спросили. Я буду есть говядину и
салат айсберг. Айсберг. Как айсберг в океане. Я обожаю эту песню, которая сейчас играет. Все, не мешайте мне. Она такая чувственная. Вам не слышно? Вам не слышно. Лен, когда в Москву? 10 февраля. 10 февраля мы будем с Фантой в Москве. Все к нам. У нас выложены посты. Фу, надоел хвост. Походим так. Я вас сегодня веселю. В Украину летом. В каком порядке выполняешь упражнения, чтобы похудеть? Чтобы похудеть, главное выполнять одно единственное упражнение каждый день. И все знают, что я сейчас скажу. Не жрать, не жрать. Ну, правда, это самое главное упражнение, которое надо для похудения. А не жрать, это значит, есть сложные углеводы обязательно. Обязательно есть каждый день сложные углеводы. Убрать все сладкое. Убрать быстрые углеводы. Ну, а как вы будете тренироваться? Это уже... Главное, технически правильно. И главное, тренироваться. Хоть как. Чтобы вы сжигали больше, чем потребляли. Как к креатину относишься? Да, отлично. Я его не пью. Мне не надо. Вообще, хорошо отношусь. Сколько раз в день можно есть сложные углеводы? Смотря по сколько ты ешь их. Рассчитай дневную свою норму углеводов и дели на количество приемов. Вот и все. Как побороть тягу к сладкому? Начинай кушать по режиму. Каждые 2-3... Ой, не, ну 2 это слишком. 3-4 часа. Кушай каждые 3-4 часа. И кушай углеводы обязательно с утра. Чтоб ты не голодала с утра. Потому что если ты будешь держать себя голодной, то ты к вечеру не выдержишь и нажрешься чего-нибудь. Тебе будет казаться, что ты все вроде бы ничего не ела, а на самом деле вечером как наешься, и все коту под хвост. Поэтому обязательно с утра, особенно те, кто любит утром тренироваться, и Фанта. Фанта, я ем молочку, я ем печёнку. Каждый день сырники, творог, кефир на ночь обязательно, чтобы кишечник работал. Как же без кефира? А где-то до белок брать, если молочку не есть. Ян, протеин. На молоке после тяжелой тренировки хорошо выпить, сама пьешь. Так зачем на молоке? Протеин от Вапилаб в молоке не нуждается. Попробуйте, кстати. А еще попробуйте, пожалуйста, лен от Вапилаб. Вообще такая штука вкусная. Коктейль настоящий. Никакого мороженого не надо. А еще у меня тут сестра, знаете, что придумала? Взяла кефир очень маленького процента и добавила туда порцию протеина вей. Она взяла, по-моему, то ли печеньки, то ли белый шоколад малина, добавила в этот кефир. Пробовала ложечку. Просто как мороженое получилось. Она еще с холодильника кефир взяла. Совет. Только вперед, уверенность. Это от Фанты. Да. Лен, крутая штука. Да, Людочка. Ниже скольки грамм углеводов не нужно опускаться на подготовке.
Ниже 40 не нужно. Ты просто супер. Ты супер, детка. Блин, люблю ходить по вечерам. Никого нету. Почти. Овсянку нет, я не ем овсянку. Мне осталось 5 минут. Ой, какая мне скорость, не знаю. Большая скорость. Максимум углей. Ну, слушайте, смотря на сколько вы сидели на маленьком количестве углеводов, как бы сидите на маленьком, там, 3 дня, 4 дня. Ой, я что-то сломала. Фу. И на 5-й день можете хоть 200. Только гречка. Фанта, что это ты? А я макароны люблю. О, с сыром. Почему не кушаете овсянку? Есть причины? Или не нравится просто? Ну, есть причина одна. У меня просто жопа целлюлитная становится. Ну, это так, мягко говоря. А так я ее очень люблю. Между прочим, иногда даже употребляю для приготовления очень вкусных овсяных печений с добавлением протеина от Випилат. Получается очень-очень вкусно. Фанта, шутками. Что-нибудь боржом отмочу давай. Я налюблю тебя. А какие нужны углеводы? Сложные. Сложные углеводы. Это крупы, макароны твердых сортов. Все овощи считаются тоже сложными углеводами, но в основном клетчаткой. Огурцы, капуста, там, зелень, это все клетчатка. Самый лучший для девушки углевод — это гречка. Какой бы жил Яна. Я не знаю, какой у меня как бы живу, честно. Разные. У меня нету определенного количества. Скажи, пожалуйста, без фарма реально девушке сохранить массу при сушке? Хочется твое мнение. Мое мнение — это я. Я без фармы. Тимошенко меня все время ругает. Ну зачем ты всем говоришь, что ты без фармы? Никто и так не верит все равно. А я говорила и буду говорить, что я без фармы. Вот так. Все. Могу сделать любые анализы за ваш счет. Поэтому, Александр Тимошенко, я говорила, говорю и буду говорить, что я без фармы. Вы пьете глютамин? Пью. Но это не фарма, как многие считают. А вы что, протеин? Это же анаболики. Фанта пишет, и я докажу. У него есть просто все мои анализы, результаты. И он тоже без фармы. Подтверждаю. Лен лучше семена или молочный? Семена льна, да, семена. Можно льняное масло. Я на глютамин на ночь после тренировки. Он не горький, глютамин сладкий. Чтоб все знали, он сладенький. Глютамин как конфеточка. В порошочке. Мелдронат фарма. Фу. Честно, не знаю, но наших спортсменов олимпийских на допинг же брали. На мелдрана, что это якобы фарма. Фанта, фарма ходячая, да. На ночь, что вы употребляете из спортпита? Глютамин, БЦАшки иногда, или эти, не БЦАшки, а аминокислоты, которые спрессованные. А для чего он? Кто именно? Глютамин? Ну, чтобы, знаете, получить более такую полноценную информацию, лучше зайдите на сайт Випилаб
и наберите глютамин. Просто я здесь мало могу сказать. И тяжело говорить. Много. Заходите за комбинезоном. За каким? На завтра пару километров. Мелдронат не фарма, Фанта пишет. А на Иго-3 принимаешь? Конечно, обязательно. 3,69. Что кушать будешь после тренировки? Буду кушать говядину и салат айсберг. Чем заменить сладкое, если вы очень... Все, 20 минут. Ой. Сколько процентов, ребят? 6 всего лишь процентов. Ну что? Вот когда никого нет, я не стесняюсь. Когда люди, я стесняюсь. Ну, вы же не люди, вы мои любимые друзья. Ну, все, ребятки. Пока. Все, мне пора к моему сынуле. У меня там еще две собачки дома. Дейзи и Шанька. Шанька какой, а? На Дейзи. На Дейзи. Ну, все, пока.